Центр Архангельска и его островные территории может связать рельс со струнной эстакада. Этот вопрос губернатор Александр Цибульский обсудил с генеральным директором компании «Струнные технологии». Белорусы представили главе региона свои технологические возможности. Речь о создании транспортной ветви, по которой будут передвигаться скоростные надземные беспилотники. Смотрели разные варианты, подходили с разных сторон и канатную дорогу, потому что у нас есть проблема в том, что территории островов, которые находятся, по сути, частью Архангельского города, они не связаны у нас мостами. Островов много, и людей там живет достаточно большое количество. Зимой и межсезонье – это, конечно, всегда для нас большая головная боль. Если бы мы смогли наладить такую хорошую транспортную доставку, то это было бы для нас хорошим, ну, таким решением. Строительство рельса струнной эстакады поможет решить проблему транспортной доступности отдаленных территорий Архангельска. При этом стоимость реализации проекта будет зависеть от запросов заказчика и объема пассажиропотока. У нас сейчас функционируют два испытательных полигона, на котором наши транспортные средства и путевая структура уже с хорошим успехом откатываются. Мы идем к сертификации. Для того, чтобы мы сертифицировались, нам нужно отработать определенное количество времени. Еще практически это нигде не реализовано, только у нас на транспортных полигонах, куда мы вас приглашаем. Глава региона поручил профильным ведомствам предметно изучить территории, где можно было бы реализовать этот проект.